Итак, привет, дружище, меня зовут Саша, ты на канале Князь. Сегодня у нас битва замков, усаживайся поудобнее, лепи свой царский лайк, и мы погнали. Видео будет долгим, но, надеюсь, интересным. Так что не перематывай и оставайся вместе со мной, заряжайся хорошим настроением, я надеюсь, у нас все получится. Очень важно, гильдия МД Атлон ждет игроков. БГ каждый четверг и воскресенье, если пропустил битву гильдии, то тебя кикнут. Атака фартов 20.00, ВКшечка, айдишечка, хотите? Хотите вступить, ссылочку в описании оставлю, в комментариях оставлю, куда писать по поводу вступления. Нахожусь на своем аккаунте. Нет, не на своем аккаунте, елки-палки. Хотя, конечно, если бы столько плюх пришло, я бы не отказался бы. Я был бы рад, если бы это был мой аккаунт. Короче, ребятушки, нахожусь на аккаунте своего подписчика, игрок под ником Попка. Да, ребятушки, и мы сегодня будем здесь ролить, а что самое главное, открывать всевозможные акции, посмотрим, что вообще выгодно, невыгодно сегодня донатить, но не суть, вот, так что погнали, тут еще и героев целую кучу не хватает, но сначала акции, сначала ништяки, вот это вот все, как мы любим. Я бы вам сказал, друзья, если вы хотите оставить заявочку на роллинг, то ищите ссылочку в описании, заявки на роллинг, заполняйте Google таблицу, и все будет хорошо, нужно будет немножечко подождать, я на вашу заявочку отвечу, и погнали. Ну как немножечко, где-то, не знаю, может быть 2 дня, может быть 2 недели. Ну ладно, так, аккаунт Попка, 411 тысяч силы, забираем шапку, 38, смотри, как бы не сильно-то у нас аккаунт по факту донатный, ребята, не сильно, так, 95 тысяч, то есть это, по сути, там, второй-третий пак за все время игры, да, и этот аккаунт, у него столько силы, это буквально он за месяц долбанул, то есть вот сегодня воскресенье, и это 30-й день игры, за 30 дней человек качнул 411 тысяч силы, я не знаю, это много или мало, пишите в комментариях. Но с таким... Вот смотрите, просто 95 тысяч донатов взял и качнул половину силы. То, что есть на моем основном аккаунте, которому уже 5 лет, в который вложено невероятное количество бабла. Вот просто вот так вот игра меняется. У меня нос чешется, это не к добру. Блин, не перестает чесаться, сволочь такая. Ладно, окей, смотрим здесь, что, ваши подарки. Здесь пока особо такого ничего нету. Так, чтобы еще глянуть вообще, что 400 тысяч, Мэри есть, да, Мэри Голд, так, Огнекрыл, окей, допустим, Барт, ясно, понятно, Ронин, окей, Командора, здравствуйте, Фобос, привет, так, прорывчики, десятые. Слушай, ну, в принципе, как-то так, да, интересненько. А что по допам? А, даже, грубо говоря, допы еще не все открыты. При желании игрок мог бы вообще себе там силу по самой не хочу раскачать. Забираем ништяки. 800 пыли. Пыль мы, кстати говоря, тоже сегодня будем, ребятушки, ролить. Я не знаю, давайте, может быть, я возьму вот так вот на заставочку лицо сейчас покорчу. Типа... Вот что-то вот такое вот. Я думаю, что вы обязательно кликните. Пиши в комментариях, кто кликнул. Слушай, сколько здесь ништяков. Ёлки-палки. Будем долго это все открывать. Но на складе, надеюсь... А, слушай, а на складе-то почти мест нету. На складе почти мест нету. Тут, смотри. А, ну, героев тут можно слить. Давайте возьмем... Ну, там эти карточки, да, бесполезные. Давайте сразу сольем. Я Мэри предполагаю, да, максимальный уровень. Что тут? В седну. Седна прокачана только на первый уровень. Слушай, давай вот предметы. Всех зеленых героев сюда прям. Ну, странно, а что седну не прокачал? Наверное, совсем недавно выбил. Так. Окей. Замечательно. Забираем. Дальше, что у нас тут? Ну, вот так вот забираем. Окей, еще, знаете, что хотелось бы посмотреть? Чего тут не хватает на аккаунте? Чего тут не хватает? Так, тут вся линия собрана. Зефирик, понятно. Дуэлянт. Полярный лист. Леди Божество. Но Леди Божество, я так понимаю, он забрал. Разрушитель, Асура свален.
Дама Холода, Капитан Рогатка, Вождь Минотавров, Фрэнки 1.0. Я бы на самом деле посоветовал бы в первую очередь, конечно, Самоцвета оставить. А, вот, смотри, Дама Холода, да? Я так понимаю... А, ну да, она не раскрыта, потому мы как бы ее открываем. Дама Холода. Дальше. Подожди. А чё, ну, я думал, он купил эту Леди Божество. А какой пак он вообще покупал? Временная акция. А, ну здесь Дама Холода. Ну, типа, да, Дама Холода продается, продавалась со скином. Он, наверное, вот эту вот штуку купил. Наверное. Ладненько, окей. Не суть, подожди. Ну-ка, еще каких у нас тут героев не хватает. Может, откроем. Так, Фрэнки нету даже. Так, Капитан Рогатка, это ерунда. Свали нас 40. Леди Божество, Полярный Лис. Вот, кстати, Феникса, да? А, фу ты, Полярный Лис, понятно, Дуэлянт. Чего я Полярного Лиса с Фениксом путаю? Ну, походу, да, мы открыли. Вот Дамы Холода не хватало, мы открыли Даму Холода. Так, что у нас по акциям? Тут вот это вот все мы забрали. Целитель душ, Камень Судьбы. Я не знаю, может быть, сегодня психануть задонатить. Хотя нет, ребят, нет. Не могу сейчас себе это позволить. Так, набор за один самоцвет. Набор базар необычный. Выращивай призы. Ну, давай перейдем в эту ущербную акцию. Посмотрим. Вот ты типа пак задонатил, да? И начинаешь тут что-то, короче, мутить. Какие-то фишечки, прибауточки. И как бы получать полную ерунду. Ну, сейчас там видели 5000 значков почета. Я не знаю. Ну, типа, эти акции бесполезны. Зачем их держат разработчики? Для кого они рассчитаны? Ну, акции, в первую очередь, они должны как бы мотивировать, донатить, да? Но вот, вот эта вот акция никаким образом не мотивирует, понимаете? Вот, вот в чем проблема. Карта арена, шансы удобрения. Так, давай паролем и потом туда зайдем. В конце видео. Цветущие бонусы. Потому что там же удобрять можно. Вроде должно чуть получше падать. А может быть и нет. Ну, блин. Вот здесь тоже. О, ну хотя бы самоцветы даются. По 100 самоцветов. 1000 значков почета. Ну да, елки-палки. Донатишь пак и такой. О, 1000 значков почета. Спасибо, вы получили Мишу. Интересненько. Ну, вроде этот герой был, если не ошибаюсь. 80 кристаллов, давай дальше. 30 дней аккаунта, друзья. 150 самоцветов. 400 тысяч силы за 30 дней. Я считаю, что это более чем неплохо. Это более чем неплохо, а мы забираем значки почета. Но это не самая интересная акция, которая сегодня есть. Ну, давай еще одна бесполезная, беспонтовая акция. 12 попыток. Яйца, мешок Prime. 100 самоцветов. 50 кристаллов, ребята. 2020 год. IGG. Вот реально. 50 кристаллов. Просто супер. Просто, я не знаю. Когда-то, конечно, эта акция была крутой. Мы оттуда выбивали Вальторов, да, когда Вальтор был супер имбой. А сейчас. Вот так сейчас. Так. Сущность рыцаря. Окей, 2000 значков почета. Идем дальше. Бинго. Переходим в бинго. Так, у нас тут есть... Как бы мне не напороться с этими шансами. Так, 200 кристаллов. Так, подтвердить штамп. Идем дальше. Подтвердить. У нас 5 штампов. А, ну то есть мы 2 линии можем открыть, да? И тут что? Окей, еще 4 штампа. Мы можем потратить 3. Так, и у нас тут откроются 2 штуки, да? И плюс 1 бонус. Ну, а в принципе-то разницы особо нету. Как бы разницы особо нету. Или так идешь. Да, тут особо не хватает. Или так идешь, и здесь открываешь, или здесь. Ну ладно, давай по порядку пойдем. Чё ж тут? Что ж тут? Ой-ой-ой, чуть не то открыл. Давай. 200 кристаллов. Я, кстати, не обратил внимания, там падало что-то ценное или нет. Ну сейчас мы по этим недоакциям пройдемся и посмотрим вообще.
общую картину. Вот отсюда что упадет? Командная карта пришествия монстров. Боже, IGG. Карта пробного входа. О божечки, да, и все. У нас больше нету шансов. Ясно. Так, у нас уже тут 33 наименования каких-то плюх. Вот, допустим, мы заходим сюда, забираем, да? Что у нас тут? Говно, 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 говно. Ну, просто вот посмотри, три акции. Три акции, да, старые. Морально устаревшие. Что выпало? Полная фигня. Полная фигня. Подожди, ну, Миша, ладно. Может быть, Миша у нас был недостающим. Давай сейчас посмотрим. Фрэнки. Ну, я не помню, вроде Миша был. Миша по-любому, походу, был. Полярный лис. Зефирик. Где он вообще? Миша! Миша! Полярный лис. Миша. Уже его вообще не вижу. Все. А, да, ну вот, Миша был, он в самой первой строчке. Окей, допустим, но мы не останавливаемся. Еще целая куча акций. Набор, так, базар, набор необычный. Выращивай призы, цветущие бонусы, разбей яйца, бинго. Большая выгода. А, так, что у нас тут? Ну, тут тоже, скажем так, акция умом не блещет. А, это вот за большую выгоду? Смотри. Это просто жесть. Ну, 10 тысяч значков почета. Ребята, IGG, вы сами в эту акцию заходите. Ну, окей, еще 100 книжек еще куда не шло. Ну, сокровищница. Тут, я предполагаю, наверное, попытки будут после того, как я потрачу самоцветы. Ясно. И она там, смотрите, она там заглючила нифигово. Просто что это? Какие-то иероглифы. Бонус, базар, сбежавшие олени. Возвращение домой, вернули акцию. Так, сбежавшие олени, мы чуть позже пойдем. Так, давай на столку сходим. На столка. Шансов. Вот тут уже как бы акция идет. Мое почтение. Давай. Так, один. Мозаика. Так, 200 пыли, это хорошо. Знаете, если бы еще настолько с хватайкой было бы вообще замечательно. Вы бросили 8 и выиграли карту созвездий 6. Тоже неплохо. Вот слушай, куда ни плюнь, ну вроде неплохая награда. Смотри, еще 2 пазла. То есть у нас 4 пазла. Надо посмотреть, что мы можем на 4 пазла выбить. Так, книжки выбили. Окей, еще 7 попыток. Слушай, может победить. Слушай, ну чтобы Леди Божество забрать, надо 10 пазлов. У нас 4. Ну, конечно, если получится собрать 10, то это будет дикий... А, у нас даже может быть 5. Ага. Так, эмблемы забрали. Пазлы, пожалуйста, падай. А, нет, больше не падай. Зато упало 1200 нужной фигни. Ой, давай дальше. Еще 4 пазла. Сколько у нас пазлов? Пазлов в наличии 7. Еще 3 попытки. Пожалуйста. Не упало. Не упало. Давай, Надежда. 4 пазла дай, пожалуйста. Вы выиграли пазлов 4, да? Да? Да! Итого у нас 11 пазлов, друзья. 11 пазлов просто за пак получилось сейчас. Так, пазлов необходимо 1. Необходимо 1. Окей. Кстати, 1500 хлебушка. Окей. Смотри, пазлов необходимо 8, чтобы забрать даму холода ненужную. Блин. А вот чтобы лису забрать, нужно, короче, еще 4 пазла. Ну ладно, тогда забираем леди божество. Я не знаю, короче, может быть... Ну ладно, забираем, давай. Обменять твою же дивизию-то, а? Ну, о! Давай, забираем. Леди Божество! Еще один пазл, давай, вот так вот. Слушай, как это круто. Как это круто, это мега... Вот это акция, я понимаю, настолка. Иди сюда.
Просто бац, леди божество. Бам. Тут 1200. Ну, значки почета. Куда без них? Ну, слушай, ну шикарно. Ну, просто шикардос, я вам скажу, ребят. Шикардос. Но мы на этом не останавливаемся. У нас еще есть акция «Сбежавшие олени». Вот. Мне хозяин аккаунта сказал так. Если не падают... как он сказал? Так. Если... Вот. Если не... Так, в оленях, если не будет камней пламени, то пытаться получить 10-й приз. Вот так вот. Сколько у нас попыток? 4. 4 попытки. Ну что, давай жмем куда-нибудь. То есть идем до конца. То есть камни пламени. Подожди, я вот, чтоб самого себя, короче, не обмануть. Так, да, камни пламени, все. Вдруг я что-нибудь напутаю, знаете, сейчас... Запутаться, как делать нечего. Сбежавшие олени, давай. Сбежавшие олени. Мы 15... Так. Давай подтвердить. Просто идем до конца. И плевать на последствия. 800 тысяч кулаков. Вот, как бы, я бы уже задумался о том, чтобы забрать. Но, как бы, у меня есть инструкция от хозяина. Если камни пламени не падают, идем до конца. Скиталец. Так, у нас 5. Смертушка! Вот в первый раз, сколько я участвовал в акции. В акции «Сбежавшие олени», в первый раз мне выпала смертушка. Осталось шансов 4. А что, у нас шансов не уменьшается или что, я не понимаю? Ну тогда это круто, окей. То есть шанс у нас от... Мне просто в первый раз смертушка упала. У нас же изначально сколько было шансов? 4. Вот. И если, грубо говоря, шанс не прокатывает, ну, то есть выпадает смертушка, то все равно, значит, как бы все хорошо. А, нет, шансы отнимаются, сука. Так. Слушай, ну неужели мы сейчас с акции ничего не заберем? Что-то мне кажется, разработчики увеличили шанс получения смертушки. А, кстати. А, ну все, короче, забрать и выйти. 6000 дали. Я рисковать не буду, да? Типа у нас первая несгораемая и третья несгораемая. Я так понимаю. Вот, потом пятая несгораемая. Давай от греха подальше забираем. Не хочу накосячить. Ну, 800 книг. 800 книг, друзья. И 6000 камней пламени. Это круто. Идем дальше. Ну, как бы фигня, откровенно. Ну, сундуки еще круто. Вот, печеньки круто. Так, сейчас у нас несгораемая. Космо выпал. Вот сейчас может смертушка выпасть. Она не падает. Камней пламени нет. Давай до конца. Давай, идем дальше. Так, 3, 6. Это у нас сейчас несгораемая будет, да? Блять, смерть. Нет, 7-я все-таки сгораемая, да? Шансов 1, ребят. Последний шанс. Ну, как бы так тоже, я бы, знаешь, ну, типа... Ну, как бы такая интересная стратегия, конечно, но она опасная. Я бы, наверное, на пятерке все забирал бы. Вот и все. Ну, потому что очень много ресурсов теряешь нужных. Да, как бы камни пламени редко падают. Так, мы уже сколько? 7, да? Окей. 7, давай дальше. 8, и тут смертушка, да? Нормально. Так, давай. 9. О, божечки. И суперприз. Неужели один раз заберем, а? Ай-джи-джи, давай. Держим кулачки, ребята. Сука. А-а-а! Так, короче... Ну, блин, ну реально.
Вот так, это не очень. Вот смотрите, сбежавшие олени. Супер акция. Вот, в оленях, если не будет камней пламени, то пытаться получить 10-й приз. Нужна лиса. Ясно. Так, кстати, Фрею тут... А, вот. Окей. Ясно, понятно. Так, дальше. По акциям. Настолько. Так, сбежавшего лень. О, сбежавшего оленя. Вот. Ладненько, идем дальше. События. Парящий остров. Подожди, у нас же реально у нас теперь появилась героиня. Герой. Так, давай ее открываем. Окей. По осколкам. Мы сейчас пойдем пыли ролить, ребят. По осколкам. Полярный лис. У нас 79 осколков. А сколько у нас пыли? Сколько у нас пыли? Пыли, 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 пыли. Сколько у нас пыли, друзья? Ну, как бы реально. Ну, типа, сбежавшие олени. Ну, блин, так нельзя делать. То есть, ну, не падают камни пламени. Ну, дойди, забери 5 призов. Сейчас бы, ну, столько ресурсов по факту просрали. Они бы потом все равно в будущем пригодились. Те же печеньки, да? Так, у нас 1000 магической пыльцы. Ясно. 1000 магической пыльцы. Собери сам. Кстати, ладно, давай. Подожди, мы еще здесь не забрали все. Пакет накопления. Пакет накопления, окей, забираем. Давай, получить все. Давай, события. Ну, за 1000 мы не выбьем лесу. Перейти, к сожалению. Давай, есть. Ну что, давай я куда-нибудь свою рожу наверх поставлю. Вот так вот сделаю. И просто погнали. Давай, лиса, падай. Падай, лиса, побольше. Ну, 2 осколка видел. 2 осколка лисы. Не, ну это слишком жестко. Это слишком жестко. Тут забираем какие-то призы. Заходим сюда. Полярный лис. Ну, что-то там 20-15 где-то, может, что-то выбили. Давай перейти. Кстати, вообще награда. Ну, хотя, может по 10 падать. Но видишь, она в конце списка. И она, значит, самая редкая. Она самая редкая. Окей. Давай. Окей. Давай дальше. События. Парящий остров. 111 попыток. А, ну да, 111 попыток. 111 попыток. Падай, лиса, падай. Ну что-то я вообще лису не вижу. 2 осколка лисы. Это все грустно. Да, блин, леди божество легче выбить. Хотя мы ее уже по факту выбили. Давай дальше. События. Парящий остров. Давай. Лису можно из настолки довыбивать было, но там фиг его знает, я так понимаю, хозяин как бы донатит очень редко, и вряд ли он докидывал бы там еще сумму, чтобы там выбить. Я думаю, лиса ему как бы, ну да, чтобы из настолки выбить лису, нужно было додоначивать. Но закон подлости в битве замков гласит в том, что мы могли еще пак закинуть, но лису так и не выбить, понимаете, как это работает. Так, Парящий остров, еще попытки. Давай сейчас все доролим и посмотрим, сколько лисы получится. Ну дай ты хоть 10 осколков лисы. Он по 2 осколка дает, если дает. Так, все, попытки у нас закончились. Забираем. Ну, плюх, конечно, нафармили. Дальше, события. Парящий остров. Фонтан желаний. Собери сам. Подожди, колесо удачи. Ну, такая. Ну, хотя здесь может лиса упасть. Но это должна быть супер удача. Давай сразу 10 нажмем. Ну, как бы такое. Продолжаем, друзья. Так, что у нас тут? Тут
еще 6 монет. Ну, может, все-таки упадут осколки лисы. Давай. Аж у нас удача появилась, вот это вот все, да? Удача 24%. Давай, удача, елки-палки. Не оставляй нас. Дай лису. Ну, вообще, по факту, это беспонтовая акция. Потому что никогда отсюда ничего толкового не падает. Ну, я помню, даже накопил что-то там около 40 этих монеток, и, грубо говоря, ничего не было. Так, отсюда что мы получаем? Кулаки. Отсюда что мы получаем? Окей. Окей. Дальше. Сейчас мы что делаем? Идем ролить героев. Потом идем в акцию на трату самоцветов. И потом тогда возвращаемся и открываем все ништяки. Смотрим мы, что вообще там наловили и так далее. Слушай, видео, конечно, получается супер длинным. А, так, осколок лисы сколько у нас, друзья? Мы зефирика собрали. Прикинь. Мы собрали зефирика. 136 осколков лисы. Ну, в принципе, еще чуть-чуть осталось. Собрали. Слушай, а зефирика ведь не было? Зефирика ведь, походу, не было. Зефирикус. Асура. Полярный лис. Так, леди божество появилось. Дуэлянта. Ну, дуэлянт. А, да, зефирика не было, друзья. Мы... Слушай, какой удачный этот получился. Так, тут самоцветы еще открываем. Герои. Бас, и у нас тут появляется зефирик. Па-пам! Леди божество, зефирик появился. Все за один пак, считай. Так, ну что, 43 тысячи самоцветов. Давайте паролим, посмотрим, что там вообще выпадет. Я бы, конечно, оставил бы эти самоцветы непосредственно на роллинг созвездий, потому что качать тут есть кого, да, каких героев. Но хозяин хочет, чтобы я паролил. Так, вождь минотавров, понятно. Так, Фрэнки, капитан Рогатка. Странно, что Фрэнки на самом деле. Свали, Насура, Разрушитель. Ну как бы тут я бы, если честно, не ролил бы, честно. Ну, как бы, типа, зачем? Асуру, Фрэнки, ну... Фрэнки, может быть, и так выбьем. Хотя... Хотя, не знаю. Не, ну, давай паролем, может быть, он реально коллекционирует героев. Думаю, он бы, наверное, сказал бы, что не трать самоцветы. Давай ролить. Череп. Шаман, снайпер. Так, места открыли. Но места нам понадобятся, потому что много ништяков. Рыцарь. Палач. Короче, у нас такой сегодня полноценный роллинг. Дед Мороз. Ну, вот как бы хозяин-барин, видишь? Хозяин-барин, что я? Что я могу сделать? Вот. Скажите ему спасибо за шоу. Кстати, я забыл прорекламировать гильдию. Вот. Гильдия у нас, ребята, под названием AMD Athlon BG каждый четверг и воскресенье, пропуск битвы гильдии Кик, атака фортов 20.00, ВК айдишечка. Вот, короче, ссылочку в описании оставлю по поводу вступления в эту гильдию. Вот, и еще вставлю то рекламу в начале видео. Вот, может быть, мне аккаунт на роллинг предоставлялся ради рекламы только. Вот, так что Атлантикор, Медуза. 29 тысяч самов осталось. Студенистый, циклоп. Подожди, ну как бы, блядь, так самоцветы сливать. Ну, допустим, у нас Мэри. Снаряжение. Ну да, тут, блядь, тут созвездий нету. Короче. Может, самый лучший на созвездие. Ну реально. Может, самое лучше на созвездие. Ну, у меня что-то просто, пацаны, рука не поворачивается ролить, если честно. Ну, камон. Давайте пошли открывать ништяки лучше.
Не знаю, что скажет хозяин. Ну, как, блядь, ну там созвездий даже нету. Ну а кому? Да, да много кому. Половина героев у тебя пишет, а кому? Вот, та же Мэри. Я все равно только месяц буду еще играть, потом в армию. Короче, ладно. Как хочешь, не хочу созвездия. Не хочу созвездия, их потом. Ну, как бы ладно. Хозяин, барин. Ну там, как бы, я понимаю, о, скиталец выпал. Ну, он как бы и так тут есть. А если его и не было, то смерть горгул. То, типа, ну я не знаю, ну да, мы еще зефирика выбили. Ну, потом так потом хочет ролить созвездие. Аккаунту типа месяц. Понятно. Мое дело предложить. Ну, как бы по факту сейчас ничего не падает и ничего интересного-то упасть недостающего и не может. Ну, типа Фрэнки, но Фрэнки, я надеюсь, сейчас с карточек упадет. Бульдозер, снайпер, давай, циклоп, 190 рыцарь, тритон, ведьма. Давай там, рандом, ну ты шо? Эй-эй! Стрелок, триант. Стрелок, кстати, давно не падал. Но я в целом-то и давно не ролил. Да, малышник. Просто, ну, от героев мало толку, если на них нет созвездий, то есть. Ну ладно, здесь донат на аккаунт. Понятно, он возьмет, захочет паролить созвездие, возьмет, задонит. Ну, короче, вот просто слил самоцветы. Самоцветы слил впустую. Но если вы, ребята, играете без доната, и у вас есть более-менее нормальные герои, вот, то лучше их прокачайте, лучше им созвездия парольте. Вы реально заметите разницу, как с созвездиями ваш герой начнет лучше и грамотнее себя вести и приносить больше пользы. Ну, просто все как раньше, сливать сейчас в игре, в битве замков на роллинг героев не нужно. Так, тут все собрано, тут все собрано. Пошли еще эти акции добьем, и потом уже, грубо говоря... Вот так, сокровищница. И потом уже, грубо говоря, пойдем. Пойдем открывать ништяки. Так, у нас 21 попытка на яйцо питомца. Господи, багнутая акция. Значки почета. Поздравляем. Вы получили атата и... Подаляем. Вы полили ата боени алата. Ясно. Ясно. GG. Вы получили золотой ключ. Вы получили значки почета, блядь, просто ублюданская акция, если честно, блядь, просто жесть какая-то. Карта выносливости, вы получили 20 мешков, короче, прайм. Ну, ты серьезно. Во, получили махатму. Значки почета. Бугимена получили. У Бугимен был, махатма не было. 100 кристаллов в 2020 год, IGG, ну камон, вы чё, ну серьезно, ну серьезно, ну вы серьезно, вот сейчас вот чё, а, яйцо легендарного питомца получили, я расшифровал, землеройку получили, кстати, это уже, конечно, неплохо, это тут, это конечно, круто. А, дальше, там еще какие-то, цветущие бонусы. Нет, это не то. Выращивай призы. Там же там что-то было на трату самоцветов. Удобрения, да? Шансы удобрения. 21. Сущность мастера. Сейчас мы все это используем. 5000 значков почета. Серьезно? Давай. Удиви нас. Мешок прайм 5 уровня. Давай, GG, удиви нас, кстати, надо себе поставить обратно. Так, 1000 орденов. Легендарное яйцо питомца. Мешок прайм. Ну давай.
сущность мастера. Мешок с эмблемой. Карта обновления таланта. 5000 значков почета. 300 кристаллов. Не, ну мы заберем какой-то бонус отсюда, конечно. Вопрос, что за бонус они дадут? Ну давай! 300 кристаллов. Карта обновления таланта. Ну чё ты там, давай. 100 орденов. Е-бой. Вы получили 10-ю руну таланта 10-го уровня. Ну окей, ну хотя бы так. Карта арены. Карта крупового подземелья. Ясно. Слушай, ну как бы в целом, конечно, да, если бы мы не сливали так тупо попытки оленей, то еще было бы больше бонусов, да, ребята? Вот. И в целом, конечно, ништяков за это, за эти деньги дают невероятное количество. Просто невероятное количество. Плюс не забываем тот факт, что мы забрали Леди Божество. Вот. Мы забрали Леди Божество. Та-да-да-та-да-та-да-та-да-та-да-та-да. Освобождаем места. Так, это есть. Так, есть. Смотри, дама холода, допустим. Землеройку тоже забираем. Смотрим, мы там что-то вообще выбили, не выбили. Так, Фрэнки как не... Капитана Дрейка не было, Махатма была. Свали на Асуру мы вроде не выбили. Разрушитель понятно. Полярный лис понятно. Так, дуэлянт понятно. Ну, как бы так вот. Ясно. Ясно, понятно, друзья. Так, ну что, теперь идем в бонусы. Открываем ништяки. Какое у нас сегодня долгое видео. Так, что отсюда Фрэнки может упасть? Да, отсюда может упасть Фрэнки. Но, скорее всего, не упадет. Это же IGG. Он же нам не даст то, что нам надо. Да. Отсюда Фрэнки. А отсюда это уже, типа, настолько крутая карта, что отсюда Фрэнки уже, типа, не упадет. Господи, сколько ништяков. Давай. Отлично. Давай дальше. Окей. Это открываем. Просто это супер долгое видео с открытием огромнейшего количества ништяков. Просто мне потом интересно посмотреть. Ну давай, может отсюда Фрэнки упадет. Нет. Так, уже даже дочка пришла. Здравствуйте. Ты пришла ко мне на видео? А, ты пришла меня порасчесывать, я так понимаю, да? Ну ладно. Приноси удачу тогда. А ты все, уходишь? Ты бы причесала, папа красивый теперь. Ой, ладно. Ладно, окей. Все. Просто ресурсов, елки-палки. Мне бы так жить. Вот этот пятый тоже прям замечательно. Это сколько книжек, елки-палки. Камней пламени. Книжки, камни пламени, да. Я бы себе силу качнул бы, так качнул бы. Я бы себе силу, конечно, качнул бы. Так. Кстати, я не обратил внимания, сколько по осколкам мы собрали Леди Божество, да? Мы там открывали много пыли. И изначально осколков Леди Божество было что-то около 30. 30 с плюсом. Открываем эту ерунду. Слушай, а места-то скоро закончатся, да. А потому что что?
Потому что я открывал... открывал всякие руны. Руны, недоруны. Так, ну подожди, сейчас мы тут... Сейчас мы тут разберемся. Ваши подарки. Так, руны открывать не будем. Вот эту вот штуку откроем. Это нам позволит открыть. Просто скинов тут, елки-палки. Это ж насколько тут сила-то качнется? Насколько тут качнется сила, друзья? Насколько тут качнется сила? Так. 100 сундуков еще. Мне прям интересно, сколько потом камней пламени получится. Это если учесть тот факт, что нам, мягко скажем, не очень сильно повезло со сбежавшими оленями. Так, есть. Идем дальше, друзья. Так. Мешок эмблем 9 уровня. Ну, это мы сейчас откроем. Ну, в принципе, падает неплохо, я вам скажу. Так. Дальше. Сундук кристаллов Апекса 9000, да? 8000 камней пламени. Окей, блин. Апекса больше нафармили, чем камней пламени. Где логика? Непонятно. По распределению ништяков. Тут тоже. Так. Смотри, десятки. Десятая ремка, десятое воодушевление. И вальс. Окей. Дальше. Вот это что? Ящик Валентины. Да, жалко, здесь никакие осколки лисы не падают. Было бы круто, конечно. Посмотрите, сколько сейчас карт этих суперсозвездий нафармим. Сколько этих... Ой, блин. Ну, прям шикардос, друзья. Ну, прям... Ой. Прям шикардос. Дальше. Сундук лавы. Так, это все неинтересно. Теперь смотрим. Это мы открываем. 300 тысяч кулаков, а могли там просто миллионы этих кулаков в сбежавших оленях получить, если бы хозяин не сказал бы ролить до конца. Так, позади 949 камней. Ёлки-палки, это ж... Ой, блин. Очень круто, очень шикарно. Шталантики. 19 тысяч камней пламени. При всем при этом все равно их нафармили неплохо, да? И апекса больше, чем красных камней, камней апогея. С печеньками грустно, опять же, если бы сбежавших оленей забирали бы, то здесь бы было бы все очень круто. Дальше, что у нас тут еще? Вот это тоже неплохо. Ну, в принципе и все. Давайте посмотрим, что у нас тут по... А, королеву ос забрали скин. Облики, энциклопедия. А, леди божество, слушай. Ну да, короче, леди божество, все-таки полярный лис как-то получше падал. Потому что леди божество, я так понимаю, бессмысленно вообще. А может быть и наравне с полярным лисом нападал осколков. Но леди божество, конечно, из парящего острова бессмысленно забирать. Слушайте, ну вот такое вот видео получилось. И пыль, и ништяки, и суперакции, и роллинг. Ребята, все для вас, вот, кто досмотрел до конца, вы прям красавчики, большущее вам спасибо за то, что вот вы со мной, и оставлю ссылочку, да, по поводу вступления в гильдию в описании, ребятушки, если вам заинтересовало, то берем и вступаем. Всем удачи и пока, друзья, и лайк, пожалуйста, не забудь поставить, и напишите, как заходят такие длинные видосы или нет, в комментариях.